Всем привет. Подогнали такой рубанок, еще не работает, что-то бултыхается. Не знаю, восстановление подлежит или не подлежит. Попробую включить. Ноль эмоций. Я не понял, это что, советская еще что? Цена розничная 100 рублей. Ничего себе, 100 рублей всего стоило, что это штуковина. Хотя 100 рублей целая зарплата в советское время, смотря какого года еще. Что-то год не видать нигде. Ладно, сейчас разберу, посмотрю. Так, как я разбираю-то? Чё тут разбирать-то? Так. Да тут мотора походу нету. Пусто. Якоря нету, видимо, якорь сгорел, на ремонт отправили, шкив даже тут есть, но видимо так и не доделали. Щетки даже есть, по-моему, там все на месте. Якорь нет, заднего подшипника нет. Да тут можно походу любой двигатель воткнуть. Крепление, чтобы только подошло. Ножи зато есть. Ладно, что на нее смотреть-то? На этом все. Подписывайтесь на канал. Еще такое.